Сегодня, пацаны, катаем ног за 200. Получается, что, опять на РПТ, опять в Минске, опять в опере, опять пытаемся. $200 бейн стоит, 80 за голову, 40 в карман, 40 добавляется ног. Так что погнали. Итак, первая раздача. У меня король 2 одномастный на ББ. Защитил против баттона. Флоп мы прочекали. Да. Терн я поставил 300. Полпота, получил кол. И ривер, почему-то я сыграл чек, не помню, давно это уже было. Но явно вижу здесь, что здесь хороший добор, надо добирать. Прочекал, ошибка. Бывает, ничего, дальше соберемся, будет лучше. На УТГ нашел у себя туз 5 одномастные. Открылся чуть повышенным сайзом. И получил миллион колов, громадный мультивей на 5 человек. Погнали. Флоп поймал туза. Решил поставить. Хотя очень стрёмно в таком мультипоте со слабым тузом, но решил поставить. Поставил треть пота. Получил два кола на баттоне и катофе. Терн закрыл флеш-дро. Я решаю играть чек. Если крупный сайз, выкидывать сразу этого туза. Если какой-то мелкий, возможно, еще протащить одну улицу. Можем купить full house. Получаем крупный сайз. С котов аббатон нажимает пас. И я почти без раздумий выкидываю тоже своего слабого туза. Пас. Да, надо выкидывать себе пас. Да, ну давай уже желтое, черное. 1800. В следующей раздаче открылся котов. Баттон нажал кол. Мы посквизили туз дамой одномастной. Получили кол на катофе, и баттон отвалился. Флоп падает король 10-7 с флеш-дро по флопу. Но наши масти никуда не зацепились, но у нас есть гадшот плюс овер. Я решаю поставить здесь цибет. Ставлю небольшой сайз. Получаем кол. Играем чек-чек по терну. У нас имеется вторая пара. Бьем какие-то валет 10, туз 10. Чек. Ривер тоже играем чек-чек. ШД оппонент не показывает. Мы забираем этот банк себе. Депозиты, выводы и переводы в 17 покерных румах. Это все международная платежная система Luxon. Легко пополняй и выводи через Luxon. Картами РФ и СНГ. Или криптой. Комиссии выгоднее всех аналогов на рынке. Luxon Pay. Депозиты, выводы и переводы в покер-румах. Luxon. Ссылку найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Так, что тут? Дальше нас пересадили за другой стол. Новый стол, новые оппоненты.
УТГ открылся 800 МП кол. У меня неплохой стек. И я решаю прям... Все, есть. Пошло, все, работает. Агрессивненько разбежаться в этот стол. Делаю сквиз с кнопки. Против двух девчонок. И получаю два кола. От УТГ и МП. Хотелось, конечно, все префлоп забрать это дело. Но вышли на такой вот флоп интересный. У нас получается гэтшот и бэкдорная флэш-дро. И получаем сразу же донг с утюга. Чуть меньше, чем треть. МП отваливается. Ну, я, естественно, нажимаю кол. Тер нас немного усиливает, так как теперь у нас еще и стрит на восьмерку может закрыться. У нас дабл билибастер. Получаем чек от оппонента. Но я решаю не ставить, а просто прочекал. И ривер уже бы на второй чек бы либо доблифовал, либо на вэлью. Так как упала дама, я поставил где-то пол пота, но получили пас. Идем дальше. Короче, молодой рек не поверил, что я валет 10 засквизил. Говорит, на сотку спорю, что ты валет 10 не тяра Бостона не будешь сквизить. Так и было. Давай, давай сатыгу. Выиграл сатыгу, это $35. Ну, блядь, и тут же, короче, пал этот 200, пошел в кассу, заплатил. Короче, такие дела, ребят. Ну, хоть часть отбил. О, фишками, ништяк. Нагружай. Нормально. Сквизы приносят плоды, пацаны, сквизьте. Следующая раздача очень интересная была. Открылся рек с утюга. Илья Рогов. Я решаю валеты не трибетить, а играть кол. Так как я уже изучил весь стол, да в принципе я с большего стол знал, понимал. На кнопке сидел рек, достаточно хороший, агрессивный. Под него колил валеты. Он это дело попытался засквизить. Но все пошло не по плану, когда на СБ получили еще кол в холодную. И Илья тоже нажал кол. Я прикинул, что в банке куча мертвых фишек, где, в принципе, мои валеты годятся для пуша, и я хочу прямо здесь и сейчас все это дело забрать. Я решаюсь задвинуть all-in, так как треть моего стека уже лежит мертвыми фишками в банке. Я ставлю all-in. На СБ долго думала женщина и все-таки решилась нажать кол. УТГ выкинул в пас. Мы поехали против. Туз валет. Поехали хорошо за 72 тысячи в банке. Отсижа, ну что? За что? В онлайне там у тебя обычно комментарий типа, о, меня ничего не бьет, и такой, Это почти 200 блайндов. Но, к сожалению, вылетели. И мой план как бы удался, но как бы ГСЧ говорит, пошел ты нахрен. Так, блин, жестко, конечно, меня выбили. Все так распланировал, все четко сделал. И обоссали Саню. Взял второй патрон. Попытка номер два. Стол 7. Место 8. Погнали. Там... Я взял второй патрон. Словил лютый дедкарт. Бубновый. На секундочку. Меня блайндами очень много съело. Плюс какие-то руки я пытался опенить, но... 2000. Не получалось ничего наловить. Не получалось никаких банков навыигрывать. И, по сути, не получалось нарастить свой стэк. Тут на лимп на МП я поизолил туз-10 с СБ.
получил кол, быстрый достаточно. Чек. И в такую доску решил почекать, так как очень много рук сюда зацепится. Тут и флеш-дро будут, и уже готовые стриты, допперы, и какие-то, возможно, даже сыты. Терн я поставил очень мелкую. Проверить его на наличие попаданий. И он снэпом перекрутил меня просто кликачом. Я долго думал, но... Все, что в голову приходило, что там всегда будет сила. И выкинул. После чего он показал, у него был готовый стрит на даму 9. То есть выкинули хорошо. И тут с восьмерками. Так же сам на лимп я запушил. Против этого же оппонента. Восьмерки. Получили быстрый кол от него. Он показал туз валет. У нас монетка. Но сразу с флопа нам намекают, что победа будет не нашей. Тильт. Короче, прикиньте, я считал, у меня 32 турнира в офлайне без АТМа. Ой, сколько можно жрать это. Ну, ребята, вот которые первый раз собираются ехать в офлайн, ну, просто готовьтесь, что вот вы в такую сраку попадете. Понимаете? Ну, да, я там типа не супер игрок, у меня там много ошибок, но... Когда-то же должно насыпать хотя бы в ИТМ попасть какой-то. Напишите в комментах, как справиться с тильтом. Короче, сижу дома, разобрал свой портфельчик и нашел фишечки. Фишечки, которые мы выиграли в споре. Но очень странно, мы их, кстати, выиграли, потому что такой спор, он же как бы понимал, что если я в проигрышной ситуации, я типа с ним спорить не буду. И я решил, короче, поехать сегодня на мини-мейн и проинвестируем твои, брат, 35 баксов. Надеюсь, они счастливые. А для более интереса, чтобы ты следил и болел за меня, мы их инвестируем в доли мои. Так что посмотрим, получится ли нам с этих счастливых фишек сделать денюжки. Погнали. Короче, норм приехал. Не собирается людей на турниры, походу турика не будет. 9 человек зарегано, надо, чтобы еще было 6. Соберутся. Успокаивают, не знаю. Нужен это РПТ, детка. Хорош. Так, ну что, турнир состоялся. Мы еще продали 50% долей. И этот турнир спас. Где он? Вон, Димон! Не видно его. Так что погнали. Так, следующий турнир мини-мейн. Первая раздача в мини-мейне, у меня девятки. УТГ лимпит, я поизолил и получил на батоне кол изоля. УТГ отвалился. Мы сразу с флопа попадаем в сет. Я решаю проставить сет, не чекать его. Ставлю маленькую, четверть. И получаю кол на батоне. Терн я также решаю не чекать, проставлять. Есть много рук, с которых можно добирать. Флешдро какие-то. Попадание в шестерку. Возможно, туз-3 какой-то. И ставлю треть. И получаю 3x ререйс. Естественно, я играю кол. Кол. И решаю прочекать ривер. Чекаю ривер, получаю от него чуть меньше, чем полпота, 40% он поставил. Я задвинул алын. Он поворчал, сказал, как вы надоели доезжать. И снэпом выкинул свою руку.
Тут открылся котов. Мини-рейзом. 1800. Я потребетил стус 8 на кнопке. И получил кол. Готов, играет чек. Мы в позиции. Решаюсь проставить. Полторы. Поставил небольшую. Получили кол от котофа. Спарилась семерка. Я играю чек. И ривером закрылась флеш-дро. Я захотел исполнить. Плюс король. У меня могли быть какие-то туз-король. Идеальная карта, которая закрыла флеш-дро. Я только стал набирать фишки, и оппонент сразу выкинул карты в пас. Это вчера ночью выиграла? Я выиграла 3 дня назад. А этот три... Яна, ты стала разрывать поляну. Дай нам переапаться. Ты хоть этот турнир не будешь играть, который я катаю? Я решила дать фон. Во, спасибо большое. Да, ну молодец. 800. Начало вроде неплохое в мини-мейне, прям нафармил. Ну, в принципе, и в прошлом турнире начало было неплохое. Нам раздали туз 5, я открыл с котофа. Баттон нажал кол, СБ кол, ББ кол, 4 вейпот. Мы всех покрываем, кроме ББ, это нок турнир. И сразу нам раздают такую пушку с флопа. Получаем чек на СБ и ББ. Я со своим стритом ставлю треть пота, чуть больше. Баттон снэп колит. СБ колит. А большой блайнд выдает силу. Долго я думал, мне время поставили. Короче, я думал, у него либо попадание с крестой, либо флеш-дро. Может, какой-то овер доски, типа шестерки, семерки. Может, как у меня туз 5. Надеялся все, что угодно, только не 5-6. И я решил запушить. Получил от него снэп-кол, увидел нац и отправился в лобби. Третья раздача в турнире. На куче блайндов. Не знаю, нужно было здесь пушить или нет. Сейчас мне кажется, что надо было просто играть кол. Не знаю, ребят, напишите в комментах, пушили бы или играли кол. Так, что, взял, короче, второй патрон. Теперь его от себя, получается, буду катать. И чё? И все получается. И тот, кто купил 50% в пролете, и браза ты, кто задонатил, тоже в пролете. Придется теперь самому тащить. Бля, ну раздали подставу какую-то. Я не виноват, стрит во стрит. Ладно, погнали. Сейчас точно получится. 1200. Я взял еще один патрон. И сразу одна из первых раздач. У меня тузы. Я открыл их с утюга. Получил 3 кола. У нас 4 вейпот. И флоп падает король 9-8 радуга. Безопасный для нас флоп. Я решаю сразу крупно проставить. 3-800. Чтобы по максимуму добрать с короля. С каких-то двух сторонок. И получаю кол на ББ.
Терн упал бланк. Двойка бубовая, по сути, ничего не усиливает моего оппонента. Я поставил 8К в банк 13. 8. Сейчас мне нравится здесь просто, наверное, запушить. Ну и получил от него снэп-пас. Видно, он какую-то восьмерку, девятку протащил. Дальше очень плохо заходило, не мог ничего впипнуть. Блайнды подъели, где-то какие-то минимальные рестилы. И тут эта раздача была против котофа. Котов коротким стеком сделал open. Я долго думал, рестилить мне или нет туз 10 против него я покрывал. Но на ББ сидел любитель. И я решил нажать call, чтобы завести в раздачу плюс любителя. И подумал, это будет лучше, чем я пушем, просто повыбиваю все. Получил 2 чека от них. Решил попробовать сразу забрать этот банк. 3. Но ББ нажал кол. Упал валет, у меня пошел гадшот. ББ нажимает чек. И я понимаю, это та карта, по которой мне хочется продолжать здесь, чтобы выбить шестерку, выбить какую-то тройку. Возможно, надавить на даму и ривером допушить, если будет подходящий ранаут. Семерка не закрыла флеш-дро, то есть, возможно, он еще какой-то флеш-дро тянул, и я понимаю, что мне нужно пушить. Но попадаю в допер. Допер как раз-таки с тем флеш-дро, которое я пытался выбить. Не, хорош, хорош. Такие дела. Ну чё, 34 турнира уже без АТМа. Не выиграл ни себе денег, никому. Блин, обидно, да? Хотелось бы вот, чтобы бумеранг вернулся челу. Я ему, бля, прикинь, братан, я затащил денег тебе. Было бы кайфово. Но есть как есть. Иду домой по проспекту. Интересно, сколько еще туриков без ИТМа будет. Сегодня, получается, как бы играли один турнир, но 2 входа. И это считается как 2 турнира. То есть и прошлое я также по такой же схеме считал. Получается пока 34. Ладно, чё, увидимся в следующих выпусках. Всем счастья, здоровья. Ставь свои лайки. Увидимся.